По всей России при храмах продолжаются святочные гуляния, спектакли, концерты, чаепития и дружеские встречи. При храме введения во храм Пресвятой Богородицы в деревне Очево гуляния прошли в народном стиле. Очевидцы утверждают, что самое красивое место в Подмосковье – это маленькая деревенька Очево. Здесь луга, поля, озера с синей водой, святой источник и, конечно же, прекрасная церковь, которая расположилась на холме. Сегодня здесь мы и находимся. В этой уютной церкви вот уже 26 лет несет служение архимандрит Паисий Столяров. Несмотря на солидный возраст батюшки, к нему стекается немало молодежи, и жизнь здесь бьет ключом. А вот и по случаю Рождества здесь прошел веселый праздник. Прихожан порадовали фольклорный ансамбль «Задоринка» и ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники». Зажигательные песни и танцы побудили и зрителей присоединиться к гуляниям и тоже дать волю задору. Ты московочка моя, чернобровочка моя, ты московочка моя, чернобровочка моя, вечер был я у тебя, огорчила ты меня. Такие приходские гуляния дают замечательную возможность людям всех поколений объединиться, стать друг другу ближе и роднее, и привлекают тех, кто еще только начинает свой путь в церковь, в дружную приходскую семью.